В этом видеообзоре от магазина «Купи сувенир» я вам представляю очередную фоторамку, коих в нашем магазине, в общем-то, неплохой ассортимент. Можно подыскать, выбрать как бы в любом стиле, к любому интерьеру подобрать, окружающему. И сегодня я вам хочу показать такую вот, скажем так, богатую рамку. Она оформлена искусственным жемчугом, стразами. Вот так вот я покажу поближе. Очень симпатично выглядит, с обеих сторон эстетично. С этой стороны такой вот бежевый бархат. Вот такие вот задвижки, то есть, в принципе, пользуясь ими, можно легко поменять фотографию. Кстати, формат фотографии, которая предполагается сюда вставляться, 13 на 18 сантиметров. Вот. Рамка достаточно увесистая, она сделана из какого-то сплава, не тяжелого, хотя такая весит грамм, наверное, 400. Вот сзади такая вот приставная на ленте ножка, достаточно устойчиво она будет стоять там, куда вы ее определите стоять, на полке где-нибудь, где-то еще, на мебели. Еще раз хочу остановить внимание на вот таком вот богатом оформлении этой рамки. Подобрать ее под какую-то композицию, я думаю, будет несложно, тем более в нашем магазине есть и предметы интерьера из подобного белого металла и оформлены подобным образом. То есть, в принципе, немножко потратить времени на страницах нашего магазина, вы подберете необходимую вещь для своего интерьера. Спасибо.